В Казахстане хотят ввести ограничения на выдачу беззалоговых кредитов. Соответствующий проект постановления вынесли на публичное обсуждение. Оно продлится до конца месяца, если документ одобрят. Взять в долг у банков и микрофинансовых организаций можно будет не больше установленной суммы. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает оформлять займы без залога в банках до 2200 МРП. Это 8 122 2000 тенге, а микрокредиты могут лимитировать до 4 миллионов. Отмечается, что новые правила не коснутся случаев с залогом. Сейчас же максимальные суммы не ограничены. Их устанавливают сами банки и микрофинансовые компании в зависимости от своих возможностей и коэффициента долговой нагрузки клиента. То есть выдают такие займы, чтобы ежемесячный платеж не превышал половины доходов.